Привет, друзья! Сегодня я отвечу на самый частый вопрос, который мы от вас получаем. Как осуществляется доставка в мой город? Как заказать ружье так, чтобы вы были уверены, что оно будет отгружено в магазин вашего города именно через нашу компанию? Вы идете к нам на сайт, бронируете там понравившееся вам ружье и выбираете кнопочку «Забронировать». Извините за тавтологию. После этого эта заявка сразу попадает на почту к нашим ребятам. И в течение суток они вам отзвонятся и с вами все оговорят. Модель какая вам нужна, учтут какие-то ваши пожелания, ответят вам на ваши вопросы, расскажут, как быстро произойдет доставка, каким образом, сколько она будет стоить и так далее. Вы знаете, что доставка по закону физическому лицу от нас совершенно невозможна. Это запрещено. Но мы в каждом городе имеем магазин, партнер, с которым мы работаем. И мы, соответственно, после вашего заказа это ружье отправим в тот город, где вы живете, в тот оружейный магазин, который вы сами выберете. Нам все равно совершенно, в какой магазин отправлять, к нашим партнерам или в какой-то другой магазин, который вы по каким-то причинам предпочитаете, без разницы. Соответственно, платить деньги, нести лицензии нужно в тот магазин, в котором вы будете забирать ваше оружие. Сколько по времени занимает доставка, спрашивают нас. Это зависит от региона, но как бы в плохом случае месяца полтора может занять. К сожалению, в последнее время очень увеличилось время доставки из любого города в любой другой город. Это все довольно сложно. Как правило, наши партнеры держат примерно наши цены, добавляя только стоимость доставки в ваш город. Стоимость доставки в наши города не очень большая, учитывая те сложности, с которыми сталкиваются магазины при доставке. Так что отнеситесь к этой небольшой надбавке, поверьте, она действительно небольшая, с пониманием. Покупая оружие через нашу компанию, вы можете быть уверены, что у вас не возникнет проблем с запчастями, что у вас не возникнет проблем с ремонтом, потому что все это мы сделаем максимально быстро, максимально оперативно, в те сроки, которые ограничены только законом. Но мы не уставим вам повторять, что, скорее всего, если вы приобретаете нашу продукцию, ту, которую мы представляем здесь, в России, вам в ремонт обращаться не придется, или, может быть, придется обращаться в ремонт, ну, может быть, там пару раз за всю вашу жизнь, потому что мы специально 28 лет выкидывали из нашего ассортимента те марки, которые могут вам создать хоть какие-то минимальные проблемы. Нам не нравится работать с марками, которые производят ружье или оптику, которая часто ломается. Поэтому будем надеяться, что вопрос с ремонтом все-таки не встанет. Но если встанет, ежели случится, то, безусловно, мы непременно вам поможем так скоро, как это возможно по закону. Всем пока. Спасибо вам огромное. Ставьте лайки, пишите комментарии.